такие малюхонькие. Мы проехали очень большое расстояние, больше 10 часов. Больше 10 часов мы проехали. И сейчас приехали тоже на одну стоянку уже, будем как бы с ночевкой. Вот. Я зашла в кафе, опять проверяю санитарное состояние туалетов. Здесь туалет приличный, стоит он 20 рублей, туалет приличный, такой чистенький. Вот. Туалет очень чистый, такой свеженький, уютненький. Значит, в прошлом туалете я бы поставила на троечку, но этот тянет уже на четверочку. Нормальный туалетик. Сейчас мы посмотрим. Так, вот водичка. Водичка теплая. Здесь у нас что? Это была бумажка. Такой вот штуки, бумажка. Здесь у них график дежурства или уборки туалета. Это правило, не бросайте туалетную бумагу. Так, вот здесь тоже есть туалетная бумага. Вот эти штуки. Ну, чистый унитаз. Что хочу сказать? Нормально. Будем к эксплуатации, скажем так. Ладно. Все, туалет мы оценили, посмотрели. Такие вот, такие вот. Ну, ничего, нормально. Туалет хороший. Укладываемся на вечер. А? Я говорю, укладываемся на вечер. Что, нам где-то километров 150 осталось до Питера, да? Даже меньше, наверное, да? До Питера? 130? Да, где-то 180, может. 150. А, 180? Да? Много еще. Ну, в общем, мы будем готовим сейчас логово, будем отдыхать, ложиться. Такая вот у нас тут постель. Отель на двоих. Тепло у нас тут, такие спальные мешки хорошие. Здесь одеяло, здесь мешки. Так что мы будем ночевать в машине. Поднялся сильный ветер. Вообще холодина ужасная. Я уже одела. Хорошо, что я взяла вот такую куртку с собой теплую. Ветер невозможно ледяной, потому что в Питере обещают ночью 0 градусов. Даже до минус 2 местами. Поэтому мы все едем и едем в сторону севера, и там будет очень холодно. Спать будем в машине, хотя мы остановились возле отеля, кафе. Можно было снять номер 1800, я зашла, узнала. Ничего особенного. Две старых кровати, тумбочка и все. Больше ничего. Ну, туалет еще есть. 1800. Мы свой номер сделали у себя в машине, у нас свой отель. Мы уже поели, поужинали, постелили сейчас теплую постель. Поставим какой-нибудь фильм, начнем смотреть и постараемся уснуть, потому что утром рано мы опять поедем. Холодно, конечно, очень холодно. Люди ходят в куртках, в шапках. Ну, тепло одеты и очень дует такой снежный, такой холодный снежный ветер. Поэтому и мы так оделись, как бы, чтобы было тепло. Ну все, на этом сегодняшний день наш заканчивается. Мы идем отдыхать, потому что отмахали очень много. Как я уже говорила, мы выехали в 5 утра. И вот сейчас уже к 5 вечера только мы приехали вот до одного пункта. Немножко нам не хватило доехать до Питера, мы очень устали, поэтому решили остаться на ночлег и будем сейчас отдыхать. Я тоже пойду отдыхать. Посмотрю хороший фильм и будем спать.